26 февраля в Краевом выставочном зале изобразительных искусств «Тициан. Любовь небесная и земная» посетители смогут подробно изучить более 40 репродукций картин и узнать историю жизни великого художника. 27 февраля в Краснодарском одном театре «Невеста». Несмотря на женское название, это постановка о мужчинах. Три приятеля просыпаются после мальчишника и за час до регистрации начинают спорить. В такой ситуации открываются тайны и звучат откровения. 28 февраля в музыкальном театре «Мастер и Маргарита» – это балет «Фантасмагория». Он перечеркнет все привычные представления о зрительном зале и пространстве сцены. Все сольется в единый мир культового булгаковского романа. 1 марта в молодежном театре спектакль «Геда Габлер». Дочь генерала Габлера, красавица Геда, незаурядная женщина. Находясь в конфликте с окружающим миром и собой, она начинает вершить чужие судьбы. 3 марта на сцене муниципального органного зала концерт в рамках цикла «Поздравляем, у вас будет талантливый ребенок» с музыкой навсегда. В программе произведения Моцарта, Брамса, Шуберта в исполнении премьер-оркестра под управлением дирижера Даниила Червякова. В тот же день в Краевом театре кукол «Лесная сказка» – это история о том, как одна девочка, заблудившись в лесу и оказавшись невольной пленницей добродушного, но одинокого медведя, нашла способ вернуться домой в корзине с пирожками. Также 3 марта в новом театре кукол одна из самых любимых детских сказок «Пеппи Длинный Чулок». В этом спектакле будет все, что так любят маленькие зрители – музыка, красочное оформление, знакомые любимые герои. 4 марта в Краснодарской филармонии сольный концерт лауреата международных конкурсов Эдуарда Казаряна «Мелодия любви». В программе прозвучат песни «Желаю вам», «Эти глаза напротив», «Доченька», «Очи черные», «Королева красоты» и другие.